Экскурсовод – лицо города-курорта. Во многом его глашатай. От компетенции людей этой профессии зависит общее впечатление гостей Сочи. Рассказывать о достопримечательности навык непростой. Необходимо обладать обширными гуманитарными знаниями. Константин Затулин стал почетным гостем форума по признанию самого депутата Государственной Думы. И ему иногда приходится выступать в роли экскурсовода. Встречая гостей из разных регионов страны, он рассказывает в дружеской обстановке о своем городе. У каждого города есть своя специфика, а наш город – это город-курорт. Поэтому от того, как хорошо, как правильно, справедливо и интересно будут рассказывать экскурсоводы гостям нашего города, от этого зависит, как сами гости будут к нему относиться, насколько они будут понимать, что здесь происходит, как город живет и так далее. А теперь депутат Государственной Думы Константин Затулин и вовсе получил официальное подтверждение своих знаний экскурсовода. Решение нашей организации. Константин Федорович Затулин, депутат Государственной Думы Российской Федерации, принимается в почетные члены общественной организации экскурсоводов и гидов-переводчиков. Экскурсионная деятельность является важной составляющей курортного бизнеса. Поэтому администрация города регулярно проводит проверку работы экскурсоводов. К сожалению, не раз выявляли банальное незнание истории города. Было принято решение консолидировать усилия, собрать всю экскурсионную отрасль в едином форуме для того, чтобы дать возможность им понять, что сервис, он должен не только находиться на определенном высоком уровне, но также и развиваться. Для того, чтобы стать экскурсоводом, необходимо получить аттестацию. Также нужно постоянно проходить повышение квалификации. Подтверждать свои знания необходимо раз в 3 года. Поможет в просвещении экскурсоводов Сочинский государственный университет. Совсем скоро здесь должен появиться методический кабинет для обучения экскурсионному ремеслу. Елена Овсецна, телекомпания ФКТ.